Медицинский колледж Крымского федерального университета открыл двери для новых студентов. Первокурсники отделений «Сестринское дело», «Стоматология ортопедическая» и «Фармация» отметили первый день знаний. Именно сегодня наши абитуриенты еще вчера стали нашими студентами, студентами самого престижного, активно развивающегося вуза на территории не только Республики Крым, но и на территории Российской Федерации. В первый день в качестве студентов первокурсники познакомились с заведующими отделениями и кураторами академических групп, посетили ознакомительную экскурсию по территории Медицинской академии, а также праздничный концерт и приняли участие в конкурсе. Первокурсница Аделина Нидинс выбрала специальность осознанно. К поступлению готовилась с 9 класса и уже решила, чем хочет заниматься в будущем. Я поступила на факультет фармации, соответственно, хочу стать фармацевтом и дальше там уже продвигаться, быть владельцем аптек, допустим, или торговым представителем сети аптек. Здесь на самом деле очень много перспектив в медицинском колледже. В 2022 учебном году студентами медицинского колледжа Крымского федерального стали 329 выпускников школ. Нина Келли, Илья Притко, пресс-служба Крымского федерального университета.